отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют высокий уровень взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Вас, Эмали Шарипович, в Казахстане любят, знают, рассматривают в качестве выдающегося таджикского государственного деятеля. И сам факт пребывания здесь, в нашей столице, именно по поводу такого мероприятия, то есть открытие дней таджикской культуры в нашей стране, безусловно, имеет очень важное символическое и политическое значение.